один из немногих россиян, удостоившихся премии «Оскар», скончался на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. На 82-м году жизни умер кинорежиссер и актер, лауреат премии «Оскар» и народный артист России Владимир Меньшов. Смерть наступила от последствий коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Мосфильма. Дату и время прощания с Меньшовым Мосфильм намерен сообщить позднее. Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1965 окончил актерский факультет школы-студии МХАТ имени Немировича Данченко. В 1970 аспирантуру при кафедре режиссуры в ВГИКе. За работы в кино Меньшов был удостоен звания народного артиста РСФСР 1989, государственной премии СССР 1981, орденов за заслуги перед Отечеством 2, 3 и 4 степеней, а также премии «Золотой орел». В 1979 году на экраны вышел фильм, сделавший Меньшова всемирно известным. Картина «Москва слезам не верит» не только стала лидером проката в СССР, но и была удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Огромной популярностью в России пользуется еще один фильм Меньшова «Любовь и голуби», 1984 год. Как актер он снялся во многих советских и российских фильмах, в том числе в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре» Тимура Бекмамбетова.